вами Комаров Виталий. Вот у нас очередная улица. Вы что, сами здесь живете? Я дальше туда живу. Вот сейчас туда как же добираться? Ну вот сейчас, а там у нас хорошо. Это какая улица-то? Шевченко. Улица Шевченко. У нас одна половина Шевченко здесь, вот. Да. Вот этот я знаю, что Шевченко. А вторая вот. Вот сейчас Тоня пойдет, вот ее фонарик, как она пойдет. Я сейчас даже величу. Иди. Тебя снимают тут. Да, в Ютубе герои будут нашего Бушмакова. Преодоление лужи. Она еще мелкая, что ли? А там он. Там заливаться валим. И что, сколько это уже времени вот эта хрень сейчас такая? Весна и осень. Весна и осень? Это как вот отремонтировали что-то, они так и бросили всю эту хрень? Воду проводили, прокопали, а машины нет. Это ремонт, вот делается, вот тут хоть маленько, всегда вот тут. Ну чуть-чуть заделали, щебенка или что-нибудь, опять прямо. Ясно. Здравствуйте. Да, а так куда-нибудь обращались, что бутылку? Ну когда, что без толку обращаться? Ясно. Колодец, сколько ходили, никому не надо, вот дочь его ходила. А как же сейчас у вас это? Китч? Ходил подпись. Вот для нас, чтобы сделали колодец. Я тебе об этом говорю. Колодец, его колодец хотят завалить. Вот, ну конечно, люди копали, деньги платили. Там вода какая замечательная. А как горел вот эта машина. В Глебов поехали машинка. Хотят завалить его колодец. Не завалит. Колодцы-то их сейчас везде заваливают. Вот, между прочим, если ты там работаешь, ты вот этот вопрос подними. Вот. Почему у нас в Башмакове все заброшены колодцы? И то, что ремонтируют, их вообще заваливают нахер. Чтобы их слезать с земли из СССР. Убрать. Чтобы... Колодцы-то давно уже у нас закапывают их. Сами жильцы даже закапывают. А воды вот и нету. И где брать? То есть, такой вредник и езди. А что еще здесь воды бывает нет? Да бывает. Бывает. Насос сгорит нахер, воды нет. И подолго нет воды. Ну бывает, и по 3 дня бывает, не бывает, то есть. Здорово. И по 2 дня. А это тогда куда же копали? Здесь. А это вот вода идет. Вот столба и прорывали вот в этот дом ветеранский. Угу. Ясно. Прорыли, а... Ну, заделать не заделали. В общем, проблему с этими, с колодцами тут надо решать. Вот что. Что, кольца, раз труп сгнил, кольца запустили? Да ну, сейчас, ёпта вам. Ведь сейчас сделать это плевое дело. Это раньше, значит, трубы заказывали, блядь. А сейчас кольца. Рыть, а нет, сейчас, блядь, забурлили, блядь, кольца опустили, все. Поставили эту вертушку, пиздец, готовые. И любое время, воды нет, пошел куда. А сейчас откуда? Езжай в родник. Раньше проблемы были, блядь, с них. И ремонтировать их, блядь, и чего. А сейчас, что вы? Раньше ты как ремонтировали колодцы? Ну как, с трубья гнилье выкидывали, значит, хорошие, ставили опять. Люди туда. Специальные были. А? Люди специальные были. Собирались и... Ну, хрен, плотников собирали. А что плотники? И рыли так же. А сейчас плотники есть? Они вымерли на. Вымерли. Я жестянщик, я один жестянщик на всю Пензенскую область профессионально. Иди сюда. Больше сейчас нет. Я переносить больше, я убью. Ну как жестянщик? А вон этот, только Иванчин жестянщик. Он кровельщик. Какой кровельщик? Он жестянщик. Он кровельщик. Он и эти отливы делает, блядь, и ведра, и ухуенное, чего он. Молодец. А он тут, что ли, сейчас? Тут, а? Да? Он живет там. А что это я про него не знаю? А? Что это я про него не знаю? Ах. Ну, он на пенсии. Блядь, сейчас. Куда же она лезет-то? Там вроде помельче есть. Обалдеть.
Не, ну засыпать-то хотя бы могли. А у вас здесь что, асфальт или что? Или подойдет асфальт? Ну, выбитый весь асфальт. Кто его ремонтирует? Ясно. Никто ничего никому и не надо. А, здорово. А я думал, у меня хреново на улице. А? Я думал, у меня на улице хреново. А на у тебя где улица? Улица Гоголя. У нас там тоже местечко есть, машина заныривает и выныривает. Там сейчас такие просторы, море, океан у нас. Но здесь вон еще, оказывается, есть. Раскопать раскопали, закопать не закапывают. Ладно, спасибо.